Всем здравствуйте! Светлана Крючкова с 2015 года борется с четвертой стадией рака. Звезда сначала опустила руки и сказала, что ничего не хочет делать. Но затем стала лечиться. Актриса периодически проходит терапию и продолжает работать. Каждый ее выход на сцену дорог для зрителей. Светлана Крючкова не раз отмечала, как важно для нее выступать. «Для меня это целый мир, целая жизнь. Я хочу донести до любимой публики как можно больше», – делилась 72-летняя Светлана Николаевна. В последнее время звезда отказывается от больших проектов из-за здоровья. «Боюсь подвести, сегодня мне хорошо, а завтра нет». «Но времена не выбирают, в них живут и умирают», – объясняла она. Артистка откровенничает, что ее тяготят ожидания от будущего. «Мне так страшно, чувствую, что осталась одна, до смертного часа дойти вдвоем с мужем у меня не получилось». Сейчас она тщательно следит за своим состоянием, проходит обследование, пьет гормональные средства и при необходимости переносит курсы химиотерапии. В Германии ей сделали операцию. Деньги собрали друзья и буквально заставили звезду поверить в жизнь. «Я с того света встала, знаете?» «Когда встаешь с того света, думаешь, плевать. Такой ты, сякой. Ты живой, и слава Богу!» «Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять», – цитирует ее. Актриса живет в центре Санкт-Петербурга. Она регулярно прогуливается по набережным и любимым проспектам. А еще много играет в родном театре и проводит поэтические вечера. «Я работаю на сцене 50 лет, то есть 50 лет мне сжигают роговицу. Я стала плохо видеть, мне неудобно читать», – вздыхает она. В кино любимица публики не снимается уже 4 года. Артистка призналась, что каждая роль для нее огромный стресс. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.